Всем привет, друзья! Ну что, сегодня вышел я на улицу. Сегодня у нас жуткий холод в Москве, минус 25. Вот. А не сравнивайте с сибирскими морозами, потому что там совершенно другой воздух, и там холод по-другому ощущается. В Москве сырость и влажность, поэтому намного все холоднее. Ну что ж. Сегодня я снимаю на телефон, ребят, потому что GoPro-шка в такой мороз просто сдохнет сразу же. Вот, телефон у меня Poco X3. Вот. Поэтому качество не очень. Коплю на iPhone 14. Опять же, для фото и видеосъемки. Вот, потому что не всегда профессиональная аппаратура удобна в использовании. У меня Canon EOS R. Зеркалка, так как я фотограф. Вот. Иду я за шаурмой, потому что мясо мне нельзя, свинину, говядину, ну, все, что содержит пурины. Вот. А курицу можно. Плюс она там без жира, можно сказать. Вот. И с помидорчиками, огурчиками. У нас в одном месте готовят очень вкусно шаурму. Поэтому сейчас, ну, может, я подсниму. Жуткий холод, все, рука у меня уже отмерзает. Вот. Так что я уже не помню, говорил или нет, так у всех с Рождеством, сегодня 7 января. Холод ужасный, минус 25. Иду. Ну что, ребят, почти дошел. Конечно, это просто ужасно холодно. Руки просто замерзают моментально. Вот. А мне надо вот туда вот. Вот. Ну, сейчас побыстрее дойду, еще надо фикс прайс зайти, там пару мелочей разных купить, вот, и все. Ну, кто там бибикает? Кошмар. Так что вот такой вот мини-влог, ребят, морозный. Завтра тоже у нас минус 20, вот, а к следующим выходным там уже будет минус 3, минус 4, так что пару дней, ну, дня 4 я лучше посижу дома, чем ходить вот по такому морозу, блин. Так, вот, ребята, в общем, здесь я буду заказывать шаурму, а, короче, фикс прайс, походу, закрыт. Зашибись вообще. Вот, как раз вот мне готовят, вот здесь вот у них, вот. Короче, вот эти цены я беру за 220, потому что это в сырном лаваше с грибами и сыром еще. Очень-очень вкусно. Короче, взял, ребят, я шаурмы, все. Сейчас магазины закрыты, половина фикс прайс, блин, закрыт. Я надо там вот мелочи купить, туалетную бумагу. Ну нет, блин. Вот, сейчас иду в Дикси, там куплю, соответственно, и уже побегу домой. Ляжки просто отмерзают. Я не одевал термобелье, у меня, кстати, есть где-то штаны термо. Вот, ну нет, блин, и руки мерзнут. Остальное, в принципе, ноги и куртка у меня теплая. Ну вот, ботинки тоже теплые, так что с этим, в принципе, нормально. Блин, трясется вот видео на фронталку. Хочу все-таки цель взять iPhone. Вот. Так что копим. Ой, ребята, аж сопли потекли, иду так быстро, жуть вообще. Я думал, народу никого не будет, а он не, ни хрена. Народу очень много, ребят. Ну все, на этом я буду сегодня заканчивать мини-влог наш. Все, всем, всех с праздником наступившими, всех праздниками. Вот, всем хорошего дня.